За минувшие сутки в аэропорту Храброво из-за нескольких пассажиров пришлось вызывать наряд полиции. Двое мужчин отказались занимать свои посадочные места, а девушка во время полета решила покурить. Два жителя Ставропольского края отказались занять места по посадочным талонам. Мужчины решили сесть вместе и на замечания бортпроводников и граждан, чьи места они заняли, не реагировали. Стражи порядка доставили дебоширов в дежурную часть аэропорта Храброво. А вот 28-летняя девушка из Москвы решила покурить прямо во время полета. Она использовала электронную сигарету в туалетной кабинке самолета. Запрет на курение на борту воздушного судна является необходимым требованием для обеспечения безопасности полетов. В случае невыполнения установленных правил авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке и потребовать возмещения возможных убытков, причиненных своими противоправными действиями перевозчику. На всех граждан составили административные дела.